В микрорайоне Майск сгорело старое здание техосмотра. Ранее оно находилось в ведении госавтоинспекции, однако уже долгое время объект заброшен. Огонь вспыхнул в ночь на 17 марта. Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось привлекать дополнительные силы. На пожар нас привлекало здесь 3 единицы техники, 14 человек личного состава, работало звено ГДЗС. Размером в плане здания 20 на 8. На момент прибытия подразделения строения изнутри охвачено огнем по всей площади. Выход огня на кровлю, требуются дополнительные силы. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. По информации МЧС, в результате возгорания никто не пострадал. Как рассказали местные жители, в здании орудовали мародеры. Точную причину произошедшего сейчас устанавливают эксперты.